сильно-сильно поцелую, ландыши ей подарю. Радуюсь я очень, что ты у меня самая красивая, самая хорошая. С днем 8 марта поздравляем вас! Желаем вам всего хорошего, чтобы у вас родились хорошие детки, послушные и более взрослые. Цветы, улыбки и только самые нежные слова в дар милым женщинам разных возрастов и профессий. Этот международный праздник отмечают в нашей стране с теплом уже много лет. Вот и воспитанники детского сада номер 32 подготовили поздравления для мам и бабушек, сестер и воспитателей, для всех женщин и девочек, стихотворения, танцы, музыкальные номера. Поздравили женщины в Щелковской школе номер 10. Здесь собрались учителя и руководство, родители, коллеги из других образовательных учреждений округа. Юные ученики-старшеклассники в своем творчестве отразили признательность прекрасной половине человечества. Праздничное мероприятие от всей души прошло в зале в теплой атмосфере. И вот в такой теплой домашней обстановке обычно проходит наш праздник. Очень признательна педагогам, коллективу, Елене Владимировне, как директору, за то, что собрал такой замечательный коллектив. Прекрасные мероприятия проводятся всегда. Анна Балиет, Александр Оржевский, телерадиокомпания «Щелково».